Приветствую, друзья, на канале ProGamer Television, с вами Сафир 33, и это у нас 77-я серия приключений Геральда, Ведьмак, Дикая Охота. Вперед. Напомню, что у нас... мы попали в тюрьму. Так, давайте посмотрим, осмотримся здесь. После нашей драки. Какие-то рудники. 3 года. 3 долбаных года с кайлом в руке. Знаешь, почему он нас так долго держит? Новую башню собрался строить. А для этого нужно много камня. 3 года. 3 долбаных года с кайлом в руке. Говорю тебе, в конце концов докопаемся до какой-нибудь пещеры. Тогда и сбежим. Эй-хо, эй-хо, нам работать западло. Говорю тебе, в конце концов докопаемся до какой-нибудь пещеры. Тогда и сбежим. Да, жестко. Эй, чужак, откуда столько шрамов? Интересно, а с кайлом у тебя так же хорошо выйдет, как с мечом? Так, это чуть не работает. Глазами стреляет, смотрит, как бы сбежать. А выхода-то нет, кроме как поговорить со старым Симуном. Чё это такое? Ну, давайте попробуем. Когда меня будут судить? Когда Ярл тебя призовет, значит, не скоро. Чем дольше сидишь в каменоломнях, тем меньше выступаешь, как придет срок суда. Этот здесь 2-й год. Он тот 3-й. Ай, блин. У меня нет времени, я ищу одного человека. Да срать я хотел, что ты там ищешь. Бери кирку и за работу. Заскучал? Берись за кайло. Слушай, может, мы как-нибудь договоримся? Здесь тебе небольшая земля. Меня нельзя купить ни золотом, ни славой. Так, блин, обман у нас не прокачан. Ну что ж, давайте мы с этим поговорим. Ну, чего ты хочешь? Помочь тебе, чужеземец? Знаешь, как отсюда бежать? Бежать? Нет. Но я могу сделать так, что еще сегодня Лукас будет тебя судить. Тогда или быстрее выйдешь на свободу, или быстрее попадешь под топор. Говори дальше. Один из стражников мне должен. Я сделаю так, что он отведет тебя к Лукасу, а тогда уже ты мне будешь должен. Скажешь? Если ты такой всемогущий, почему сам не выйдешь? Не знаешь ты Симуна Зяблика. Многие хотят моей смерти. Здесь я в безопасности, а мой час еще не пришел. Звучит заманчиво. Скажи стражнику, что если он отведет тебя к Лугасу, Симун забудет про то, что случилось под Фирсдалем. Что случилось? И что же случилось под Фирсдалем? Не твое дело. Просто повтори, что я сказал. Ну, давайте, ладно. Заскучал? Берись за кайло. Я бы лучше поговорил. Например, о том, что случилось под Фирсдалем. Заткнись! Эй, люди! Хотите послушать, что наш отважный стражник делал под Фирсдалем? Ты, холера! Заткни глотку! Откуда ты знаешь? От Симуна Зяблика. А он обещает, что если ты допустишь меня к Ярлу, то он забудет обо всем этом деле. Зяблик? Лучше бы называть его Симун Большая Глотка. Ай, добро. Пойдем со мной. Мой род существует еще со времен Убина Великого.
А этот пес его прервал! За это он должен умереть! Я здесь творю суд, Лейв! Помни об этом! Ведь это приблуда! Чужак! Он не заслужил ни суда, ни даже смерти от меча! Он... Не прерывайтесь! Я с удовольствием послушал. Геральт! Не думал, что мы так быстро увидимся вновь. Ты пригласил меня в свои земли. Сказал, что я найду здесь работу. Да, убивать чудовищ, не людей. Перейдем к делу. Лейф утверждает, что ты убил его сыновей, Кори и Краки. Что ты на это скажешь? Я защищал себя. И ерунда. Никто не подтвердил твоих слов. И не подтвердит. Всегда проще повесить чужака, чем осудить своего, так? Ха! А ты за словом в карман не лезешь. За словом? Он меня оскорбил, Ярл! Меня и весь наш клан! Закон предков гласит, что... Тихо! Я уже принял решение. Геральт из Ривии, я признаю тебя виновным в двойном убийстве. Наказанием за это будет смерть через удушение. Но ты можешь откупиться, выплатив вес Кори и Краки серебром. В рассрочку. Ты знаешь, что у меня нет таких денег. Разве что парни были гораздо легче, чем выглядели. Прекрасно это знаю. Я сам заплачу отступные. Что? Это против всех законов! Законы здесь устанавливаю я! Возвращайся домой, Лейв. Если ты меня разозлишь, привяжу тебе мешок с этим серебром и сброшу в море. Зачем весь этот театр? Если ты хотел нанять ведьмака, сразу так бы и сказал, обошлось бы дешевле. Скажи мне, ведьмак, есть у тебя честь? Есть. Я уладил дело с Лейфом от твоего имени. А значит, у тебя передо мной долг чести, и ты обязан сделать то, что я прикажу. Поэтому слушай внимательно. Мой сын Лугас Синий ушел в поход, но не в набег против черных и не грабить монастыри. Вздумал он отправиться к пещере Сноб. Это к югу от острова. Оттуда не возвращаются. Ты умный мужик и с мечом обращаться умеешь. А эти два свойства редко встречаются вместе. Так что ты должен ему помочь. Мне нужен наследник. Забирай свои вещи и делай, что я сказал. Или ты навсегда потеряешь честь и имя. Сейчас усну. Чужой среди чужих. Ну что ж. Итак, у нас новое задание. Пещера снов. Давайте мы... продолжим. Так, дополнительно пещера снов. Возможно, Лугас Ярл клана Друнмунд и впрямь был безумен, как утверждает молва. Но в случае нужды он был способен рассуждать на редкость здраво. Когда Геральт, обвиняемого в том, будто он начал драку, в которой погибло двое скелликцев, привели к Лугасу, тот не стал слушать кровожадные призывы соплеменников и отпустил ведьмака. Таким образом, должником Ярла стал человек, более чем способный расплатиться за добро. Случай вернуть долг представился немедля. Геральт должен был помочь Ярлову сыну, Лугасу Синему, пройти через ужасную пещеру снов. Что ж, отправляемся туда. Эх. Стоп. А чё так далеко? Давайте мы, наверное, переместимся. Красивые мечи. Так, давайте посмотрим, где это. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Проблемка-то вышла. Давайте, нам плотва теперь понадобится. Так. Давай, плотва.
блин, такие горы. Ой-ой-ой-ой. Плотва. Давай, плотва. Подождите, можно же лошадь раскачать, чтобы она впрыгнула? И мы полетим. Ах, ты ж, блин, нет, она заранее уже знает, что лететь она не хочет. Ну, пошла. Геральт, Геральт, давай, давай. Ладно, попытка последняя, давайте посмотрим. Да не хочет. Слушайте, лошадь заела. А, ну ладно. Не получилось и не получилось. Боится она высоты. Но. О, ну, увы. Ну хватит уже. Слушайте, а нам надо вообще-то в другую сторону. Почему у нас... Плотва. Давайте посмотрим, может быть, здесь можно пройти. Давай, плотва. Ух ты, ё-моё, плотва. Давай назад. Что с тобой? Плотва, ты чё? Это она так упирается. Слушай, больная лошадь. Давай, давай. Скачи. Теперь по лесенке наверх. Да что ты будешь делать, а? Вперёд, плотва. Здесь надо просто помедленнее. Давай, давай, давай. Дорога-то наконец-то нормальная. Так, все сюда. Шевелись, плотва. Воу-воу-воу-воу-воу, нифига себе, какая тварь! За мной бежит! Слушайте, давайте попробуем его мочкануть. Мы еще таких еще не убивали. Глава глаз, блин, а? Так, давайте, наверное, против инсектоидов, да, у нас... Так, давайте квен... Так, давайте сейчас мы вообще тут сожжем его нахрен. Так, и, наверное, картечь, понятно, с саном... давайте сон дракона, да, делаем, потому что тварь, она серьезная. Да, и давайте, наверное, поставим еще так. Панцирный глаз. Ой, хорошо, да пошло, нифига себе ты мне нападал, ах ты дрянь, а! Ух ты, блин. Ах ты, блин, не успел, не успел. Покусай эту же тварь. Слушай, если с тебя будет выходить красный... Ах ты, блин. Красные мутагены, вот и панцирный головоглаз. Мы его мочканули. Так. Красный мутаген. Нету красного, слушайте, опять зеленый. Ну давайте зайдем в бестиарий. Так, слушайте, у нас тут духи-призраки. Что у нас тут? А, вот покаянник, да. Так, давайте мы про покаянника прочтем. Покаянник. Вбегаю я внутрь, задвигаю щеколду и слышу вроде, как кто-то шепчет мое имя. Микьяль, 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 смотритель маяка. Так, ну давайте все сначала, да. Чудовище, захватившее остров Эльдберг и его маяк, оказалось редчайшим призраком под названием Покаянник. Место, где он появляется, сразу же охватывает мгла, в которую, если люди и заходят, то обратно, как правило, не возвращаются. Чтобы победить покаянника, нужно постоянно двигаться, уворачиваясь от ударов этой чрезвычайно ловкой твари, которая исчезает и мгновенно возникает вновь. Чтобы нанести удар в спину, самое же важное в борьбе с покаянником узнать, что вызвало его к жизни, и разрушить эти узы как можно быстрее.
С помощью смотрителя маяка Геральт отогнал мглу от острова. Корабли снова начали заходить в Анбьорскую гавань, а кошель ведьмака стал немного тяжелее. Окей. Так, ну давайте ванны инсектоиды. Так, панцирный главоглаз. Такого клиента я называю панцирный главоглаз. Сверху он может и твердый, а колупни его, так там все мягенькое. Хитрющая Лиза, проститутка из Марибора. Единственная слабость главоглаза – это его мягкое чувствительное брюшко, которое главоглазы скрывают в полых стволах деревьев. Другие же, прозванные панцирными, отрастили себе толстый панцирь, который защищает самую чувствительную часть тела. Да, ну вот так вот. И мы не получили за него мутаген. Слушайте, там еще что-то есть. Ходит там, понимаешь. Ну, пошла. Давайте посмотрим, что там ходит. Какой уровень-то хоть? 20-й. Слушайте, на 20-й я готов, если красный будет мутаген. Ой, 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 ой. Давай, мать твою. Идти-то вашу, а? Чуть не замочили меня, твари. Так, давайте, наверное, белый медик мы на водичку поменяем. А то как-то... О, красный мутаген! Малый красный мутаген! Люди добрые, нифига себе! Дайте мне еще их штучек 5. Так, кого-то они тут замочили. Да, жалко, все так быстро заканчивается. Так, ну, нам еще, правда, еще 300 метров до точки назначения. Там дальше видно будет. Впереди вроде никого нету. Стоп. Не, это собаки. Псины нас уже не интересуют. Да. Слушайте, но вот то, что вот это красные мутагены с них выпадают, это круто. Так, ну мы на месте. Так, а здесь я тогда сразу сделаю вот что. Давайте мы пьем, чтобы нам восстановить жизни. И идем на место. Ты глаза его видел? Ульф. Я, Рульф. Тебе здесь чего? Я хочу говорить с Лугасом Синим. Слышал? Он хочет говорить с Лугасом. А может, и Фрей трахнуть тебе хочется, а, приблуда? Если ты сам все устроишь, я возражать не буду. Я могу устроить так, что ты окажешься на дне залива с ножом под ребрами. Проваливай отсюда! Не вынуждайте меня причинять вам вред, у меня и без того полно забот. Думал, ты меня напугаешь? Йорульфа, сына Отмара, прозванного Росомахой! Эй! Что за вопли? Чужак на дракар хочет залезть. Говорит, дело у него, но... Пусти его! Если он нас допечет, выбросим его за борт. Еще свидимся, Йорульф, сын Росомахи. Не шути над моим отцом! Никогда! Придурок. Ты знаешь, когда на моем дракаре последний раз были люди с большой земли?
Не знаю. Когда я вез пленников из Велина на невольничий рынок в Назаире. Говори, зачем приперся? Ха-ха, не хочешь нанять ведьмака. Твой отец решил, что тебе пригодится помощь ведьмака, а я перед ним в долгу, поэтому... Говорил я ему, чтобы он не вмешивался, что я сам справлюсь. Может, и не справишься. Пещера снов — место вроде небезопасное. Смертельно опасное, потому я туда и иду. Ладно, пусть так. А то старик опять разворчится. Я уже собирался выходить. Ты готов? Что ждет нас в этой пещере снов? Это зависит только от нас, потому что... А, позже объясню. Можем отправляться. Это далеко? Не, на полет камня. Соберем только остальных ребят и пойдем. Посмотрим, сколько правды в легендах. Это лучшие воины моей дружины, Геральт. Они пойдут с нами. Йорлуфа, прозванного Росомахой, ты уже знаешь. Здоров. А это Уве Молчун. Почему Уве такой тихий? Потому что у него нет языка. А что случилось? Он лизнул железку на морозе? Он отрезал себе язык за то, что пьяным поносил короля Брана. Потерял голос, но сохранил честь. Интересные у вас обычаи. Прежде чем отправимся, скажите, наконец, что-нибудь про эту пещеру. Хоть пойму, с чем буду сражаться. Это можешь знать только ты. Старцы говорят, что в пещере снов нужно сразиться с тем, чего больше всего боишься. С тем, из-за чего ночью просыпаешься с криком. С чем-то, что уже было, будет или может случиться. Интересно, чего может бояться убийца-чудовищ? Ну, довольно болтовни. Мечи наголо. Вперед! Ну, надеюсь, ничего страшного не будет. Блин, а, гнили. Знаешь, как мы называем? Понятия не имею. Нильгардбарги. Дети Нильгарда. Потому что черные, трусливые и жаждут крови. Тем. Все верно. Теперь нужно съесть эти травы. Это еще зачем? Чтобы идти дальше, туда, где начинаются кошмары. Так гласит легенда. Так и сделаем. Что это за травы? Так, погоди, что там этот друид говорил? Болиголов, маг, сонная одурь и это, как ее, ну, белина. О, так нас ждет неплохой забег. Ладно, давай. Вот, Увы, Йорлук, лопайте. До последнего зернышка. Я вот никакой разницы не чувствую. А ты, Увы? Если ты спрашиваешь у немого, значит, все-таки чувствуешь. Ну, пойдем! Пора сразиться со страхом! Так, только подождите, а где трупы этих? Блин, их нету. Итак, пещера снов. Это еще что? Видите? Этого Финвала! Наверху! Большой он для Финвала. Это синий кит. Синий кит?
С такой тупой мордой? Что-то на тебя нашло после этих трав. Так, вот там еще один тотем. Блин, здесь надо быть очень осторожным. Охренеть можно. Это невозможно. Я вижу, вы утомились в бою. Садитесь со мной. Выпейте меду, расскажите о своих приключениях. Благодарим тебя, король. Мы... Я не буду с тобой пить, старик. И не буду называть тебя королем. Сойди с трона, пока еще можешь сделать это своими силами. Уве, ты говоришь... Я только... Ты снова меня оскорбил, Уве молчу. Первый раз я позволил тебе самому себя покарать и сохранить честь. А теперь ты умрешь, как Трелл, а твои останки я скормлю угрям. Ой-ой-ой. Слушайте, наверное, это масло против призраков здесь. Так, ну что ж, давайте. Ой-ой-ой-ой, нифига. Ай-яй-яй. Да ёшки, что-то, а. Они не горят, блин. Горю только я. Один остался против четверых. Блин, я чуть не обкакался, а. Звук, конечно. Так, ну что, двигаем дальше. Глядите, летучие рыбы. И что же тут странного? На море то и дело таких видно. Но у этих-то и крылья есть. Они словно плывут в воздухе. Нет, это сирены поют. Я знаю этот дракар. Заслушавшись нашему
пением. Я перебью вас! Перебью, морские шлюхи! Попытайся. А жизни ты ему все равно не вернешь. Ты сам убил его. Сын убил отца. Ух ты, ё-моё. Сейчас мы с тобой потанцуем. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, подождите, давайте мы посмотрим. Наверное, может быть, все-таки маслица против гибридов. Так, здесь надо... Упала? Йорл, это был несчастный случай. Альтинг снял с тебя обвинение. Но он не снял грузы с моей души. Пойдем отсюда. Простая история была. У нас еще осталось две, так как нас четверо. Вперед. Убьешь одно чудище, лезет следующее. Это и есть кошмар ведьмака? Нет, это повседневность. Ой, назад, назад. Ах ты гнида, блин, а? Нифига. Тварь. И жена, покой. Подозрительно. Это должно быть мой сон. Я не боюсь ничего. Это Лугас. Мне было 3 года. Я уже 100 раз показал, что... Наделал штаны перед всей деревней. Такой стыд. Сын Ярла. Надо было тебя выгнать. Ты только видение. Призрак. Призрак твоего отца, которого ты боишься, потому что знаешь, что в подметке ему не годишься, что ты его разочаровал. Я лучший воин, чем он когда-либо был. Докажи это, засранец! Ах ты, блин, а? Ну что ж, как угодно. Ух ты, блин, меня тут за что? Так, слушайте, здесь что-то такое... Понятно. Так, давайте тогда его заморозим в пень. Так, наверное, пойдет. О, блин, мочканули. Его. Это только призрак. Но не годится так. Так, слушайте, а сюда я могу войти, не? Закрыто. Так, ну что дальше-то? Блин, а дальше сон Геральта, я так понимаю. Ну, конечно, зима.
Ой, ух ты, блин. Вы что делаете? Так, слушайте, это же магические твари. Давайте посмотрим. Должно сработать. Давай, Геральт! Ты выплатил свой долг. Ты свободен. Ты скажешь отцу, с чем тебе пришлось сразиться в пещере снов? Конечно. Ведь я же его не боюсь, а? Это была честь сражаться рядом с тобой. Будь здоров, Геральт. Вот так вот, друзья. О, слушайте, вот они. Давайте мы соберем. Итак, у нас пещера снов пройдена. Так, у нас там обновление по поводу персонажа Лугас Синий. Лугас Синий. События очевидцем, которых стал Геральт в пещере снов, подтвердили слухи о сложных отношениях между Лугасом и его отцом. Наследник клана Друмонд боялся отца больше любых чудовищ. Но зато мы получили бесценный опыт. О, свет. Нормально, да, они вот уплыли от меня. Давайте посмотрим, где здесь ближайшая точка перехода. Блин, ну что, можно вот сюда и потом сюда. И там у нас есть еще доступное задание. Ну давайте, ладно, посмотрим. Плотва стоит, дожидается. Посмотрим, что там за знак вопроса. Но пошла. Там башня. О, стоп. Слушайте, здесь надо смотреть, потому что тут могут быть эти каких-нибудь сумасшедших уровней трупоеды, за которые мне могут давать красные мутагены. А, это болотник, да? Вот так вот, блин. О, блин, нифига себе, вы что делаете-то, люди? Хотя вы не люди. Yeah.
лобысь и все. Нет, смотрите, не дает. Раньше за них давали, блин, красным мутагеном. В чем проблема-то? Да, дела. Так, давайте мы пока, наверное, что-нибудь другое поставим. Картечь. И... Да. Ну что ж, скачем дальше. Честно говоря, я даже не представляю, как вообще такое возможно, что нету. Это ты еще что за хрень? Медведь белый. Так, давайте маслицы против зверей. Так, вот это про зверей, да? О, блин, нифига. Ох ты, блин, гнида. Готов. Странно, а чё он там охранял? Какая-то пещера. Так, стоп, давайте глянем просто, если есть тут какие-то знаки, обозначения. Нет, нет, к сожалению, нету, но не будем мы заходить в пещеры, дабы не портить какими дополнительными заданиями. Быстрее. А, слушайте, вот у нас тут маяк надо. Но! Ехидна. Так, давайте посмотрим. Так, это у нас Дракнит. А, слушайте, какой-то Дракнит, это гибрид Дракнит. Твою мать. Это была сирена. Так, и вот у нас здесь точка перехода. Кстати, я что-то не прочитал, что за место. Это маяк Элаверум. Ну, давайте зайдем на него, поднимемся. Свечки горят. Сокровище под охраной. Или что? Кто-то зебелье сушит. Давайте посмотрим, что наверху. А наверху шикарный вид. Давайте посмотрим, куда нам надо идти. Ух ты, ё-моё. Вдаль в самую. Так, давайте посмотрим на карте мира. Так, отсюда мы пойдем сюда, затем мы дойдем до сюда. Это нам туда надо. Ну что ж, поскакали. Такие огромные просторы, и вот всего лишь 800 лет до первого вертолета. Очень обидно. Я бы здесь полетал. Плотва.
Шевелись, плотва. Наверное, нам надо сохраниться. Эй! Так, это собаки. Так, давайте посмотрим, как нам лучше пройти туда. А, ну вот здесь ответвление есть дороги. Вон внизу. В принципе, мы уже близко. Так, это что? Гади, плотва. Это у нас что-то с видом стало. Нифига себе. Здесь у нас пещера какая-то. Ладно, пещера, я тоже думаю, это потом. Слушайте, как так играть пошла можно? Блин. От первого лица игра стала. А, во, все нормально. Да, кстати, давайте посмотрим. Да, нам надо сюда. Вперед, плотва. Могли бы просто и переместиться, если бы знали, что там пещера. Двести три метра. Смотрите, кузнец здесь есть. Да, но это глюк явно. Так, давайте подаем. Понятно. Пришелец. Так, а поговорить с ним можно, нет? Ну как, дела идут? А с чего бы им не идти? Если я делаю лучшее оружие на островах. Погляди, это железо вырвано из чрева горы Артфаант, где добывали руду великаны. Огонь в моей кузнице не угасает уже 6 поколений, переходя от отца к сыну. И каждый день на рассвете Хара, моя младшая, приходит сюда и роняет каплю своей крови в воду, в которой я закаляю клинки. Что нового в Фирсдале? Нового? Ничего. Это тебе небольшая земля, где что ни год все меняется. Мы живем, как наши отцы и деды. Ловим рыбу, охотимся, ходим в набеги. И так будет, пока не придет Рагнарёк. Дай взглянуть. Так, вот смотрите, у него есть чернобок камень. А, нет, не чернобок, вот они, чернобок. Давайте возьмем. Лишним они точно не будут. Блин, вот это дороговато. Так. Рунный. Вот большого камня нету ни у кого. Странно. Так, купим просто. И, конечно же, мы ему сбагрим все, что нам не нужно. Да, много вещей. Здоров. Счастливого пути. Так, давайте мы посмотрим этот. Хотел просто кафтанчик примерить. Ой, блин. Ну как тут примеришь, если тут ты с камерой проблема? Ладно. Дай взглянуть.
Так. Неплохо мы продали. Как насчет партии в Гвинт? Блин, с Кайтелями играет. Ливень нам не нужен, казнь, не знаю. Так, в принципе, картишки неплохие. Ну что ж, давайте. Отлично, ладно. Давайте 100 атак. Так. Ой, как не повезло. Блин, опять эта хрень поехала. О, фак, а какого хрена? Отупеть. Не, ну так просто я и не сдамся. Слушайте, что за фигня? Так, давайте мы тогда вот так сделаем. Хе-хе. Зря решил. Ух ты, блин, а неплохо. Жестко. Ух ты, ёпта. Сложно, сложно выиграть. Блин, да он меня уделал. У меня не такие мощные карты. Да вы шутите, блин. Ах ты, блин, он победил, фак. Да что это такое, фигня какая. Ну и сходим. Я победил, нифига себе. Стальная пластина, вообще не карта. Ладно. А, тут у них еще есть кто-то. А правду говорить, что ты во время последнего похода отпустил черт? Ведь это молодой парень. Вижу, ты прибыл издалека. У меня ты можешь пополнить запасы. Покажи мне свои товары. Блин, где карты? Давай лучше сыграем в карты. Мне больше ничего и не нужно. Голыми руками. Так, давайте посмотрим, может, что-то есть. О. Так, ну ладно, давайте за Фольтиста.
Да, это неплохо. Вот картишек бы получишь, ладно, вот так. Ой. Не, ну в принципе нормально. Окей. Так, сразу думаешь, что зря мороз не взял. Твою мать, а? Опять эта хрень сумасшедшая. Ах ты, блин, а? Гнида. Блин, что-то я не подумал, ну ладно. Ух ты. С возрождением? Нет. А, нет, с плюсом просто. Ой, как хорошо. Ну да, поэтому я вот сделаю так. Да. Ух ты, блин, а. С бомжаром меня еще обыграет. Нет. Ну, картишку-то хоть дашь? О, ну наконец-то. Так, давайте. Да, там у нас есть какая-то. Вау!